Ребята, всем добрый день. Вот у нас на 5-м районе в Каменском какая-то стройка ведется. Мы не видели, даже не знали. Мы сначала с Валей подумали, что это какой-то дом строят. А потом вот подошли, фотография написана. А, самокатик какой-то такой. Малый, будівництво малого группового будинку. Так а что нельзя? Оно же висит он для всех. Я думаю, что это детский сад будет. Наверное. Ну, такой небольшой он. Одноэтажное. Вообще, 5-й микрорайон так хорошо облагородили. Поделали он дорожки здесь. Сейчас покажем. Мы тут... 20 градусов тепла. Да, 20 градусов. Мы тут когда-то жили, вон в том доме мы когда-то жили. Вот тут такие вот дорожки поделали везде. Пойдем сходим к нашему дому, где мы когда-то жили на квартире. Наверное, 1,5 года мы жили, через сколько, Валь? Че год и 3 месяца, че год и 7 месяцев. Вот этих дорожек не было. Было просто натоптано. Может, и к нам доберутся. Это в том году здесь сделали. Может, в этом году и у нас поделают такие тротуарчики. Там в доме, ребята, мы когда-то жили. Вон там, на 7-м этаже. Валя, что там? Распускается? Котики. Котики, волосатики. Пухнастик, котики. Угу. У нас сегодня температура плюс 20. Ну, конечно, ветерок есть, но... Сейчас зимой в лето сразу. Открыли мясной магазин номер 2. Это 2-й по счету магазин. Довольно-таки классный. Мы там заходили, нам все понравилось. И готовые продукты. И готовые продукты. И мясные, и мясо, и филе. В общем, все есть. Каменский хлебозавод. Неужели не было? Ну, этого ларька не было, через, да. Через дорогу суши пицца, он тоже не был. А там он построили тоже. Остановочка такая неплохая. Конфетки вот здесь. Конфетка давно уже. Ну, это... как мы жили здесь. А, корзинку убрали, видишь? Нету корзинки вот тут. Вот она, да. А я говорю, нет, это домой мы. Вот такие детские площадки по дороге. Зашел, подстригся я только что. Сейчас покажу. Вот, видите, подстригся. Ребята, жестяные изделия у нас. И вон видите, какого чудика они сделали. Каждый день выставляют он. Типа как реклама, наверное. Вам показать. У нас вот построили 14-этажный дом. Новый. На 2-м микрорайоне. Ну, вот это заборчиком огорожено. Паркинг возле дома. Шикардос. Вот такие вот окна. Сейчас отойду подальше. Сейчас обойдем чуть-чуть туда, глянем. Тут, кажется, квартира продается. В этом доме двухкомнатная. Ну, живут. Что, купим тут квартиру, да? Так и заборчик поставили, глянь, да? Тренажеры. Детская площадка, тренажерчик. Ну, так это ж по-новому уже. Так и должны строить. Дорогая, не классная. Вообще ж, ну и вообще. Шикардос. А, там он котельная своя даже, видишь? Ага. Он своя котельная. Я видел, двухкомнатная квартира продавалась, кажется, или 18, или 21 тысяча долларов, что-то так. А может и больше. За квадратный метр. На какая территория. По сравнению с теми, так шикарно.